Свадьба года в Великобритании. Под венец пошла Пипа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кейт. Подробности церемонии, которую мечтала посетить вся мировая пресса, у нашего британского субкора Оксана Кундеренко. Филиппа Миддлтон, наверное, самая знаменитая светская дама Великобритании. Личная жизнь 33-летней красавицы всегда была под пристальным вниманием желтой прессы. И когда девушка обручилась с миллионером Джеймсом Мэтьюзом, только ленивый не обсуждал их будущую свадьбу. И вот у приходской церкви Миддлтона в графстве Баркшир настоящий ажиотаж. Прибывают именитые гости. Вот теннисист Роджер Федерер с супругой. Вот внучка королевы, принцесса Евгения со спутником. И даже принц Гарри. Но один... Видимо, правило «нет кольца, нет приглашения» сработало для его подружки Меган Маркл, которую в церковь не позвали. Поговаривают, невеста опасалась, что все внимание достанется пассии принца. Но в особенный для Филиппы день все объективы были нацелены именно на нее. Какое платье восторгались ценители моды! Сшито из кружева без единого заметного шва дизайнером Джайлзом Диконом. Даже старшая сестра Кейт Миддлтон в необычайно элегантном наряде не стала предметом обсуждения, а только поправляла пышные юбки младшенькой. Публичные роли в церемонии отвели другим членам монаршей семьи. Юный принц Джордж и принцесса Шарлотта исполняли роль пажа и девочки-цветочницы. Редкое появление на публике позволило журналистам рассмотреть малышей поближе. И вот уже муж и жена выходят из церкви рука об руку. Поцелуй на камеры, и в роскошном старинном ягуаре новобрачные отправляются праздновать. 350 гостей самого высшего ранга собрались на банкет в семейном поместье Миддлтонов. И вот среди них та самая загадочная девушка принца Гарри. На вечеринку ей все-таки разрешили прийти. Подробностей о праздновании крайне мало. Всем запретили постить фото и видео в соцсетях. Известно, что в небе над гостями исполнял фигуры самолет «Спитфайр» времен Второй мировой войны. А охрана позаботилась о том, чтобы торжество прошло в режиме строжайшей секретности. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».